Вот мои старые нотные наброски, еще рубежа 90-х нулевых годов, переношу в компьютер, в старой софтине, на своем старом компе, в своей старой квартире. В общем, есть, конечно, изъяны музыкальные, но это дело поправимо, а главное, все это сохраняется не просто на компьютер, а вот сюда. Вот сюда. Минуя компьютер, сразу на дискету. На этой дискете уже есть куча всяких медюков моих. Я тогда сочинял еще в стиле, в таком классическом, больше барочном. Есть приличные произведения, написанные как раз вот там первый-второй год до нашей эры.